Господи, не трогай человека, у него ведь головная боль. Или вдруг нежданная любовь, или вот больница да аптека. Господи, ну пожалей его, он же не нарочно ошибается, обжигается и ушибается, а потом не помнит ничего. Господи, он глуп, смешон и плох, слабо понимает, скверно учится. Из него героя не получится. И откуда в нем возьмется Бог? Господи, не трогай человека, у него ведь головная боль. Или вдруг нежданная любовь, или вот больница, больница. И аптека.